Всем здорова, мои бесстрашные друзья, с вами Спикер, и ночной ужас продолжается в игре Dead by Daylight. И сегодня у нас новая охота, новые жертвы, устраивайтесь поудобнее, и мы начинаем. Раз, два, три, четыре, пять, мы идем тебя искать вместе с охотницей. Ну что, я готов причинять боль, готов приносить страдания, и погнали. У нас новая карта, я на этой карте еще ни разу не играл, и мне будет интересно, конечно, ее посмотреть. Ну что, посмотрим, где у нас находятся генераторы, посмотрим, где они расположены. Они расположены, кстати, очень далеко друг от друга, как я вижу по карте. И довольно... Ну хорошо, погнали. По порядку, слишком много домов. Вижу даже где-то внизу есть генератор, в подвале, что ли? На-на-на-на. Тут есть спуск, у нас, кажется... Нет, пройдем сюда. Пройдем сюда, у нас есть 5 топориков, и, конечно же, будем искать выживших. Как раз где-то они тут поблизости. Ребята, куда вы заныкались? Я ищу вас как раз. Хорошо, мы это дело, конечно, мы уничтожим. Повредим и обойдем все это дело вокруг. Ребятишки, куда вы подевались? Я вас ищу везде. Я вас найду все равно. Пойдем сбегаем к другому генератору. Возможно, ребята просто убежали как раз и в ту сторону, и... Двигаюсь, так что мы тут довольно поблизости. О-о-о-о, какие плюшки! Держи плюшку! Стой, только недалеко не уходим. О, да. Ох ты, черт, какие-то кустики мне помешали. Нет, это дело мне не помешает. Секундочку, мы перепрыгнем. Куда она делась? Я ее, походу, проглядел. Пойдем сюда. Мы пойдем сюда, обойдем здесь. Ох, секундочку, я чуть не упал вниз. Мы обойдем здесь это дело. На-на-на. Буквально была рядышком, но я все-таки ее не поймал. Это, конечно, очень печально. Тут у нас чисто, и пойдем в другую сторону. Где это? Это произошло вон там, слишком далеко. Тут у нас тихо. У нас тихо, мне нужно топорики пополнить. Где наши топорики? Мне нужно обязательно пополнить и найти парочку ребят. Повесить на крючки. Кстати, тот сам генератор, который как раз я и упустил. Его починили. Так, можно. Вот есть топорики. Мне нужны топорики. Осталось 3 генератора, и одна красотка у нас ранена бегает. Где-то поблизости бегает раненая красотка. Ее нужно, конечно, обязательно будет найти. Есть шум неподалеку. Ну-ка, побежали туда. Проверим. О, вижу цель. Я вижу цель как раз прям по курсу. Ее пофиксили. Ребята, куда вы делись? Пройдем вот сюда. Где-то наш. Вот наша жертва. Оп! Прям под сральник тебя. Куда ты делся, чувак? Вот он бегает. Он с аптечкой бегает. Недалеко ты не убежишь. Я чувствую твою смерть поблизости. Черт, ушел направо. Мы пойдем направо. Мы пойдем направо. Здесь чисто. Он пошел, наверное, на обратную сторону. Вот чертов два. Он убежал от нас. Это, конечно, печально, но ничего страшного. Мы найдем. Находится еще генератор. А вон там и тут. О, секундочку. У нас здесь есть какой-то шум. Я, кажется, кого-то... А, это нет, просто костер. Так, давай-ка его там повредим и пройдем дальше, чуток. Так, у нас снова чувак бегает, хромает, а вот красотку пофиксили, и все в порядке с ней. Тут мы, конечно, проверим. Тут у нас чисто. Все спокойно, чисто. Мы проверим еще вот тот генератор. Осталось 3 генератора, а на карте я вижу сколько. Нет, там довольно тихо, спокойно. Находится, походу, ребята, вот здесь где-то. Где-то поблизости находится. Кстати, нужно сходить, наверное, в подвал и проверить. Это практически повредился. Осталось... 4 генератора. И, кстати, один починили. Я не вижу, где именно. Я даже не заметил, где починили. Хорошо, осталось 2 генератора. Где-то был шум неподалеку, как раз за этим домом. Ребята, я иду к вам. Я иду за вами. На-на-на. Так, у нас есть генератор, но его бы даже не пытались чинить. У нас есть тоже поблизости, так что будем это, конечно, контролировать. И еще на улице. А вон ребята, которые, кстати, хромают. Мы обойдем вот так. О, здорово. Как он встретил хорошо мы его. Куда он делся? Куда ж ты делся, друг мой? Как ты быстро убежал от меня? Вижу, кажется. Вижу нашу жертву. Нет, не все так просто оказалось. Да, чувак, не все так просто оказалось. Я просто бросил топорик и иду за тобой. Я иду за тобой хоть на край света. Иди ко мне, ты пойдешь на крючок. Тут, в принципе, есть рядом крючок, как раз ты и пойдешь у меня. Вот твой крючок. Крючок твоей смерти. У меня, кстати, 2 топорика осталось. Мне нужно пополнить припасы. Ребята, о-о-о, вижу. Нет, я видел, но он как раз... О, тут успел. Красотка, куда что ж делаешь? Что ж ты делаешь, моя хорошая? Брось ты это дело. Ох ты да. Как? Я же ударил.
Это дело, конечно, очень плохо. Для тебя. Нормально. Улегся, отдыхает и все. Пойдем обратно на крючок. Ты больше дальше. Будешь дальше истекать кровью. Кстати, даже красотку не задел. Я вроде ее ударил, но она все-таки жива еще. Жива и даже не хромает. Осталось два генератора. Да что ж такое-то? Ребята, что же издеваетесь надо мной? Ну истекай уже кровью-то уже. Да умри уже. Фонарик, только не фонарик. Оп, нормально, в машину. Маленько попортили машинку, я вижу, подчинили генератор. Я иду за чуваком и пытаюсь его догнать. Я надеюсь, успею догнать. Ребята, подчинили генератор. Ух ты, я найду тебя. Иди ко мне же ты. Иди ко мне уже, наконец-то умри. Ребята, остался последний генератор. А я вижу, они очень дружны и как раз помогают друг другу. У меня больше нет топориков, это очень печально. Я не смогу раскидываться. Пойдем, пойдем со мной, здесь неподалеку. Так, был шум прямо позади дома. Последний генератор, но ничего страшного, повисишь маленько, покричишь, конечно же. Кто тебя будет спасать, я даже не знаю. Третий раз, конечно, и он уже все не жилец, друзья. Он мертвый. Обожаю я смерть в этой игре. Есть топорики и последний генератор, осталось, нужно сохранить его. Так, быстренько берем топорики и пойдем на улицу. Да, есть одна смерть, это, конечно, здорово, и все остальные у нас целенькие. Ух, ходка, конечно, очень тяжелая, потому что ребята бывают дружны, их сложно победить. Но мы, конечно, будем бороться за это дело и пойдем вон проверим. Вон там находится два генератора. О-о-о-о-о, держи, держи! Как-то не раскидались. Слишком далеко, надо было, наверное, пойти за ними. Куда же вы делись, мои хорошие? Идите ко мне. Папуля по вам соскучился. Так, что у нас тут происходит? Тут у нас тихо. Да, тут у нас тихо, мы это, конечно, повредим и пойдем к тому. Где находится у меня тут ящик с топориками? Ребятишки, куда вы делись? Разбежались прук и прах. А, кстати, если есть сегодня генератор, вон там находится, но это в подвале. Надеюсь, ребята его не найдут, а мне нужно найти хотя бы одну жертву. Куда же вы делись? Идите ко мне, к папуле. О, я вас заждался. О, вот нам. Оп, испугалась, нет? Не испугалась, моя хорошая? Давай еще разок. Это не больно. Это не будет больно. Да чертов с два, у меня осталось два топорика, и мне нужно обязательно как-то... Оп, не тут-то было, не тут-то было, и жаркая ночь продолжается. Убегает, убегает, хромает, у нее есть. У нее есть ящик. Куда ж ты убегаешь, моя? Иди сюда, иди к папуле. Я соскучился по тебе. Сколько вас осталось? Трое, одна ранена, и куда-то она зашкирилась. Да вот она бегает. Она даже не пытается ничего сделать-то, друзья. Прям на крючок, но, кстати, этот крючок уже был использован, так что придется ее брать и тащить на другой крючок. Я даже не знаю, где находятся крючки, которые поблизости. Где, 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 где? Ну, пойдем вон туда, я не знаю, успею, не успею я донести. Давай, давай, родная, подержи, что? Чуть-чуть потерпи, это не больно будет, совершенно больно. А у меня, кстати, осталось два топорика, и нужно мне, наверное, где-то пополнить припасики. Давай, подвесься. Давай же вместе покричим. Мы покричим вместе. Я пойду, наверное, все-таки к генератору, потому что ребята, видимо, все-таки будут спасать генераторы. Потому что остался последним генератором. А вот, кстати, тот самый люк, по которому смогут убежать. Она, вижу, и уже пытается. Значит, ребята, видимо, у нас чинит генератором. Распытается нам с крючка. Все, выдыхай, друзья. Да, теперь уж выход, и теперь деваться некуда. Они починили последний. Да уберись, я даже не вижу, откуда они убегают. Во-во-во-во, вижу, теперь вижу. Нет, нет, не тут-то было. Не тут-то было, моя хорошая. Оп, не тут-то было, чертов зла. Иди ко мне, я тебе не причиню боль. Совершенно будет не больно. Я тебе обещал. У меня, кстати, ноль топориков. Иди ко мне, одна на крючке, и мы бежим за нашей жертвой. Наша жертва неподалеку, она прям возле нас. Мы оббежим вокруг и... Оп, готово. Ну что, друзья, остался последний чувак или девушка, и которую нужно, конечно, будет еще найти. Он есть крючок, который, конечно, пойдет у меня на красотка. Давай, потерпи чуток, сейчас я не причиню тебе боль. Это будет... О, кстати, ее сняли. Большой респект, ребята, вижу, что все-таки помогают друг другу. А мне нужны топорики, как раз вот тут есть топорики, но все-таки я не смогу, видимо, достать. Они спустили и где-то неподалеку. Мне нужны топорики, что бросаться, конечно же. Куда ж вы подевались? И больше топориков я не вижу. Да, конечно, очень печально, топориков нету. Одна на крючке, и походу будут ее все-таки спасать. А вот, кстати, рядом есть выход. Помучайся, помучайся, пострадай. У меня топориков нет, очень фигово, конечно же. Давай же, мучайся, страдай. Ребята где-то неподалеку, конечно. Бросаться не будем, но будем зато
отмахиваться. Куда же вы заныкались? Спасайте свою красавицу. Так, ну рядом есть выход. О, вижу, бегает. Вижу, бегает. Одна. О, иди сюда. Иди сюда. Сейчас ты будешь долго страдать. Бля. Оп, мимо что ли? Да не может такого быть. Ох, да, все-таки я ранил. Я тебя ранил, и я обхожу. Я обхожу быстренько крючку. Нет, 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 нет. Мучайся, страдай. Сейчас ты будешь долго мучиться. Сейчас мы тебя подвесим и помучаешься тоже. У меня сегодня все помучаются. И, кстати, еще новенький. Свежее мясо есть еще. О, куда? Покричи, ребята, походу будет. Нет, это жилец уже. Это уже не жилец, и как раз идем на выход. Тут у нас, походу, все. Есть жертва. Есть вторая жертва, и мы пойдем к другому выходу, потому что бежали как раз вам в ту сторону. Я вижу, убегают они. Они убегают, и там точно дверь от нас открыта. Я даже не знаю, успею, не успею добежать. Видимо, я не успею добежать. Бросить топорик я тоже не успею. Это, конечно, очень поэпично. А, нет, есть, друзья, вот наша жертва. Жалко, у меня нет топориков. Иди сюда. Жалко, нет топориков, я бы, конечно, разбросался. И что у нас? Мы вижу фиксится. Куда делась она? Куда ж ты делась? Вон она бегает. Она убегает на выход. Мы за ней. Мы за ней, конечно же. Прямиком за ней. Дверь, походу, уже открыта. Я пытаюсь сократить, но это дело не получается. Но все-таки сократил. И что ж, друзья, где тут поблизости есть наша жертва? Но у нее есть варианты. Кстати, еще, кстати, никто не убежал. Никто не убежал, но точно где тут поблизости есть свежее мясо. Свежее мясо где-то прям по курсу. Ребята, куда заныкались-то? Я вас не вижу. Куда-то... О-о-о, с фонариком. Ну, ребята, это свежее мясо, так что будет сложно, конечно, два удара нанести. Мне бы топорики не помешали, это точно. Вон есть топорик. А я даже не знаю, успею, не успею. Нет, не успею, конечно, добежать. Ну, по идее, можно маленько обмануть, наверное. Мы, наверное, быстренько обманем и зайдем, быстренько возьмем топорики. Обойдем сзади. Я надеюсь, получится, не получится. Но без топориков будет, конечно, сложно будет два раза ударить. И вернемся обратно. Ребята, оставайтесь на месте. Я вас жду именно тут. Побросаем топорики. Тут у нас никого нету. Вон наша жертва. Сейчас мы кинем топорик в тебя. Вот так сделаем. Где ты? Я не вижу тебя. Куда же ты зашкирилась-то? Черт с два. Вот моя хорошая. Она боится проходить, я даже не знаю. Ребята, будьте маленько порешительнее и все. Нет, 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 только не уходим. Бросок. Только не в глаза. Еще раз бросок. Отличный бросок, она еще ранена. Она уходит. Она ушла, друзья. И осталась последняя жертва, свежее мясо. Я даже не знаю, где она будет находиться. Но, по идее, уже одна вышла. И где-то другая, походу, неподалеку. Или, возможно, уже ушла к тому в проходу. Пробежимся туда, посмотрим. Даже не знаю, куда она зашкирилась. А может, просто нас ожидала. Сейчас забежим, надеюсь. Да, была интересная ходка. Некоторых мы посадили, некоторые убежали. Это, походу, были все ребята из женской лиги. И да, она находится где-то тут неподалеку. Как раз, наверное, вот или возле прохода. Так, мы встанем здесь. И где-то справа, слева, даже не знаю, с какой стороны ее ловить. Нету, здесь нету. Знаешь, что тут у нас? Ребята, куда вы заныкались? Ну, по идее, уже все пробежали, остался один, дверь у нас открыта, значит, где-то тут неподалеку точно нужно. Ребята, ну пробегайте уже, пробегайте, либо я вас найду. Это у нас ворона, показалось. Это просто ворона, я не вижу. Куда-то реально зашкирилась. Видимо, игрок просто уснул. Справа, слева не вижу никого, по идее все ушли, но остался один. Ну проходи уже куда-нибудь, появись ты передо мной. Я его не вижу. Хоть убей, я тебя не вижу. Куда ты зашкирился, я даже и не знаю, где тебя искать. Здесь его нету, пойдем к другому выходу. Хорошо, друзья, мы на этой ноте закончим. В принципе, понятно, где-то бегает чувак один. Я даже не знаю, где он бегает. Ну, а с вами был Спикер. Увидимся в других уже охотах и, конечно, других роликах. Всем спасибо, кто болел, кто смотрел меня. До новых встреч. Всем пока. Я все тебя все-таки найду. Это не Том. Это какие-то черепки были. Это черепки, куда ты ж делась, ты моя хорошая. Ищу, ищу тебя уже везде. Везде обошел, тебя нет, куда-то зашкирилась и где-то отсиживается. Я вижу тебя! Я вижу тебя! Я вижу тебя! Страдай, страдай и мучайся! Ох ты, черт возьми!